Окей, доктор Роман. Твою мать! Оу. Воу. 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 Ладно, я забыл про производительность. Вот это... Прикольный ракурс, ничего так. Вполне неплохие джинсы. Мне нравится, как расположены карманы. Exactly what you'd expect a psychologist to keep on his office shelf. No tawdry romance novels, fantasy or science fiction, unfortunately. Она сказала то, что эти книги как раз то, что ты должен видеть психиатра, не каких там научной фантастики и прочего. Если я еще больше выпью этого синтетического кофе, то мне нужна будет терапия. Не будет офис терапевта более лучшим, точнее, не будет полным, если в нем не будет вот такого вот сраного кресла, знаете, типичного, вот, как это называется, не клише, а предсказуемого, ух ты, ни хрена себе, как эти знаки, а, я забыл, как они называются, блин, на них смотришь и... Просто какая-то мазня, каляка-маляка, и по ней определяют твое психическое состояние. Знаки Рорха, что ли? А, ну вы знаете, в общем. Я вижу... Я не должна быть... Это трап, психологическая ловушка. Да, кстати, такая в нищего бога. То, что психиатр... Нет, на самом деле это все хрень. То есть просто берется, показывается всякая размазня, и просто смотрит... Психиатр на твои ответы, а не... Угадал ты или нет? Не знала то, что у психиатра есть цефалоподы, или что он там сказал? Сказала... Вот хрен его знает. Вот знаете, с такого ракурса посмотришь, вроде бы сказал. Сваливаем отсюда. Я по-любому здесь дофига всего забыл. Я не хочу просто больше говорить с этим Романом, Романом. Ромкой. Ромка! И да, если кто-то не знает, это третье... Игра в серии, да, вдруг, неожиданно, я только сейчас сказал. И, естественно, вы, если не посмотрели прошлые две игры, вы не будете понимать, что происходит. Хотя, знаете, я уже понял. То, что есть какая-то машина, которая управляет с нами, которая позволяет теперь захватить сознание и прочее. То, что все дело происходит в двух измерениях сразу. Вот это вот киберпанковое. И второе, это фэнтезийное. Привет, Unity. Лагающее нечто. О, я думаю, сейчас полицейские и гражданские пройдут сквозь друг дружку. Какого хера так лагает? Разработчики знают, что такое оптимизейшн? Нет. А ничего у него прикид-то нормальный? Модный? Модный? Нормальный начал, похоже. Модный прикидон. Что хотел сказать, у меня должно быть разрешение. У меня есть свое разрешение. Я заплатил здесь до хера всего, чтобы получить разрешение. Ваше разрешение больше не действует. У вас 24 часа, чтобы подать жалобу. Если не будете подчиняться, вас будут арестовывать. Вас будут арестовывать и так далее. Если вы хоть тронете Карла, я отрежу ваши яйца и там сделаю из них кебаб. Ваши угрозы контрпродуктивны и будут наказаны законом. Как это чувствуешь себя, когда работаешь на этот гребаный фашистский режим? Мне все нравится, у меня потрясающие тут... Мне платят, и так далее, еще и все такое, и бла-бла-бла. Эй, hey, где ты? Только что вышла от врача, еду в магазин, и так далее. Я был плохим бойфрендом, если бы я... Бла-бла-бла. Короче, сказал, вот, остановись там-то, там-то, где плохая еда и это безумное место. Ты ленивый бойфренд, что ты хочешь? Сама выбирай, ничего экзотичного. Поняла. Я остановлюсь у Нелла прямо сейчас. Я должна быть в твоем офисе в 15 часов? Да, спасибо. Ты лучшая там, бла-бла. Увидимся скоро. По-моему, они все деньги потратили на то, чтобы сделать ей задницу. Ну, смотрите, реально. Вот все глючит, но задница норм. Что с тобой говорили? Давайте поговорим с ней, что ли?
Did you see that? Ты это видела? I can't believe the eye is harassing Nella. Не могу поверить то, что Ай унижает Неллу. Она продает еду. Она ничего не сделала нелегального или сделала. Все-таки она политически как-то вовлечена. Но здесь нет законов против того, чтобы быть марксистом. What? Я не должна в это вмешиваться, и мне достаточно моей и так тарелки, и я уже опаздываю, и что-то там, я уже по уши в кампанию Минска. Мне не нужно больше политической драмы. А, нет, все-таки ответим, что там. О чем все это было? Гребаный Ай. Думаю, то, что они все могут унижать. Теперь я потрачу все время, чтобы стоять в очереди для разрешения, которое мне не нужно. Restricting transit between sectors, adding more security to all the metro stations and ports, requiring more security on local lines. What the fuck? I know the parliament was tight with the syndicate, but this is Chongo man. They're planning something. Они что-то планируют. И хотят арестовать различных революционеров дальше. Scary. That's exactly what it is, and your candidate isn't going to change anything for the better. Maybe not, but Uminska won't change anything for the worse either, unlike Konstantin Wolf. Kaiser Konstantin, puta! If that Schwein gets elected, I'm moving to Paris. They'd never let you in. One of the conglomerate city-states of North America, then. Newport, the fucking Republic of Los Angeles, hell, even Bostonia. Anywhere but Kaiser's Europe. That's why Lea Uminska is the best choice. No one's going to put the Marxists in office, Nela. At least my candidate has a fighting chance. And she is a socialist. She's a moderate, Zoe. A moderate! What's the point in that? Moderation is just another word for compromise. Anyway, what are you having? Having? Lunch, Zozo. For your chorbo. Listen, I have a new supplier for Porkwurst, the collective down on Kaprova. Organic meat, the real deal, none of that vat-grown slop. Don't know how they do it. Connections on high, plenty of mouses swapping hands, but they're legal, I think. OMG. Просто я не могу это все перейти. Это слишком много текста для меня. И они говорят очень быстро. Я не успею прочитать субтитры, как они заканчиваются. Нужно сначала прочитать, понять, а потом уже следующие субтитры начинаются. У меня даже времени нету, чтобы это все перевести. В общем, она говорила то, что там где-то в Берлине арестовали кого-то за высказывание своих мыслей. И назвали их... что-то там противниками режима. Она сказала то, что может быть лучше поедет даже в Лос-Анджелес, не останется в этой гребаной Европе. И потом спросила у меня, что мне нужно для того, ну, что я пришла сюда и так далее. В общем, это сложно, на самом деле. Поэтому очень хочу, чтобы ко второму эпизоду уже появились субтитры, потому это слишком много текста. Тем более он не такой уж легкий для того, чтобы переводить его сходу. Pork sausages sound delicious, but Reza plays it safe when it comes to food. Europolitan through and through. No tolerance for organic meats. I'm working on it, but baby steps. Свиные сосиски звучат очень вкусно, но Реза, в общем, хочет безопасить себя, когда все дело доходит до еды. Европолитан. Видимо, европейская политика все больше и больше нас поглощает. Нет никакого снисхождения к органическому мясу. Она работает над этим, но все это всего лишь детские шаги. Свиные сосиски звучат очень вкусно, но я не уверен, что Реза согласится, но ему нужно быть более... Хорошо относиться к приключениям, когда дело доходит до его диеты. А, вот, пошел в жопу, возьму сосиски. Давай будем жить опасно. Свиные сосиски звучат просто потрясающе. Доброго, ну, бла-бла. Ты должна присоединиться к протесту завтра. Рядом с сектор-офисом.
Я пропущу это дело. Умные девочки, наверное, нас будут бить и опять вкинут зону, и попустим еще один понедельник, бла-бла-бла. Если подумаешь, мы выдвигаемся завтра. Все плохо. С тобой нельзя поговорить. У тебя с тобой тоже нельзя. Окей. Че-то какой-то парад игр с задницами. Байонетта вышла. Эти рекламы по какой-то причине вызывают мне мурашки. Ики. Не знаю, что такое ики, но я знаю, слово, как переводит слово ику с японского. Неважно. Здрасте, можно я присоединюсь? Не к тебе, чертов гей, а вот к тебе, бабина. Мы нож смотрится вместе, смотри. Вот она, видишь, она уже тебя отворачивается ко мне. Какие у нее волосы потрясающие. Смотрите, вот, посмотрите на это. Пластилин. Пластилин. О, давайте посмотрим, да, мусор. No chance. I'll be tossing my garbage in the gutter like a normal person. Я буду бросать свой мусор в нормальную корзину, как нормальный человек. Не хочешь, на чтобы у него руку откусили. What did you do? Well, I started with my own creation, and then I mixed in one of Shabaya's dreams, the one with the balls. Altora Gigante, 5 stars in the dream store. That's the one. Totally surreal. I just bought the latest Barclay bundle. That's next weekend sorted. I'm not leaving the flat. I'm not a big Barku fan. I'm saving up for the latest Nidra dream. It's supposed to be epic. Nidra's good. Penelope's better. Какая реакция на мира на мои действия? Вообще ноль. Ну хоть отшатнулись вы, что ли? Ёптыть, какая ты большая махина. Офицер! Офицер, смотрите на мою задницу, офицер! Перед Soda Wars здесь было больше мягких напитков. А, точнее, мягких вкусов напитков. Я выросла с бинго, или бинг-герл, я бинг-герл. Главное, что не бан-герл. Шутка на английском. Нет, говно, шутка. Петросян. Activated. Так, меня ударит током? Нет, жопа. Так, что у меня там есть в журнале-то? 3 месяца терапии. Still bad shit crazy. Окей, неважно. Я не жалуюсь, док, делай хорошую работу. Возможно, моя голова просто-таки в полном отпаде от всего этого. Я потерял около года памяти, воспоминаний, но мне становится лучше. И я хочу вспомнить его. Может быть, это шаг в правильном направлении. Правда ведь? По крайней мере, так оно... По крайней мере, я сейчас на этом месте нахожусь. В любом случае, я потратила много времени в моей голове сегодня. Никакой больше психотерапии. Дорогой дневник, давай будем двигаться дальше и сфокусируемся на настоящем. Заметка самой себе. Перестать писать, говорить, нотка... Заметка для себя. Когда я была собокалась... В общем, что-то там, когда она была какой-то такой-то, это звучало очень глупо. Также я напоминаю себе спрашивать больше вопросов о такой штуке, как Ай, или в чем связаны Ай. Может, это немножко страшно, что они идут за такими людьми, как Нелла. Она просто продает еду. А, она просто продает еду! Ёпарасете! И что? А что, кто следующий? Еще больше арестов? Курфью, я не знаю, что такое. Я хочу жить под гнетом полиции. О, господи, нихера себе. Вау. Ну, в общем, я вам оставлю. Вот это сейчас, если вам надо будет, то почитайте сами. Я сейчас просто вот оставлю, ну поставьте на паузу, точнее, я это все вам покажу.
Если хотите, то почитайте. О, господи. Это сейчас, подождите. Бац. Потом. Бац. А, это все, я закончил. Первая запись. Так, здесь. Бац. Здесь. Бац. 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 Ну, во время бац можно ставить паузу, имею в виду. Бац. 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 Охереть. Серьезно, просто сейчас вот сел бы и почитал бы. Нет. Хотите, читайте сами. Окей, я могу просто походить по городу. Ладно, может быть получится урвать парочку десятков баксов. Во, вот этих можно скинуть вниз, представляете, они такие сидят, я подхожу сзади. Они падают лицом вниз, такие... А офицер такой, я ничего не видел. Ну, потому что у нее снова ведь, да, какие-нибудь... Давайте на них посмотрим тоже. Что вы смотрите? Никогда этого не понимал. Она думает там, наверное, так, приду, опять готовить, а может, ну его брошу, ну его в жопу, может быть, может лесбиянкой стать. Вот лесбиянкой и пацаном, вот просто буду вот говорить, что бабе делать и все, а сама буду, не знаю, вонять. Или носки разбрасывать по квартире, ведь мужики только это и делают, вообще бездушные твари, все мужики козлы, мы для них стараемся, а мы нет. А мужик думает сейчас... Да! Арпадор! Кто это? Просто у него есть машина. Да. Какой внутренний мир? Нет. Чипсы какие-то из... Из кого? Кусочки голубей? Соленые кусочки голубей, окей, я не буду переводить это все. Там, в общем, были чипсы из медуз, по-моему, если джеллифиш это медузы или морские звезды. Загадочная башня. Она горячая. И что-то там... Тингли, как это переводится? Дрожащее, что-то типа того. Здравствуйте, мистер офицер. Айс везде. Я никогда их так много не видела на улице. Вау, это пескотрёс. Адбот. Эти рекламные боты повсюду. Иногда они говорят именно со своей целью, чтобы просто поприкалываться над тобой. Вы просто смотрите друг на друга, да, такие... Я тебя перегляжу! Нет, я тебя перегляжу! Они такие... О, господи, течки! Бородач, это ты, у тебя такой голос, да? Тебе явно борода не идет тогда. Тебе нужно подгузники надеть, по-моему, чувак. Believe, believe, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ты хоть сделай побрутальнее голос. Видишь, у меня тоже тембр голоса может меняться. Вот такого вот. Да, вот такого вот. Я тоже могу. I believe. Аллилуйя! Нет, пойдемте отсюда. Я не хочу жить в будущем, потому что в будущем особо дебилы сидят и слушают какого-то странного кретина. Он может... Если бы он... это был Том Петти какой-нибудь, то я просто охренел. Dream Junkie с... сонный наркоман. Отвяжись, он сказал. Прости, что не сказал. Думаю, оценение его от Dream-машина может быть опасной. И, наверное, меня побьют за попытку помочь. Не знаю, думали, должны ли они остановить продажу Dream-машин, но все больше людей привыкает к этому. Что-то нужно с этим сделать. Ой, смотрите, там, по-моему, Дана Скалли. Привет, чувиха! Смотрите, это же Дана Скалли почти что. Как ее звали-то, господи?
А, как эту актрису? Да неважно, Дана Скалина, тебе как Дэвид духовно будет всегда Малдером. Алан Оширо? Кто это? Знаю ли я его? Фак, мне постоянно говорят посмотреть. А, неважно, мне что-то говорят посмотреть куда-то. Вау, три фигурки моделек, нормально. Я все уже увидел. Бинго, это... Вот, прекрасно. И так глючит меньше, кстати. Значит, невысоко полигонали задницу, иначе ты не паришь за это. Рука, которая кормит. Это их лого. Оно... Очевидно, что оно показывает на вход к ним. Еще один кретин. Че, я могу просто так походить, вот так и все? А у меня задание-то есть или как? Ну просто я обычно выхожу на улицу, у меня какое-то задание есть. Например, не попасть под машину. Журнализм может быть летальным. Точнее, закончится летальным исходом. Если свобода означает все для нас, она означает право говорить людям, что они хотят услышать. Не хотят услышать. Дай мне свободу знать и что там соглашаться свободно, согласно моему сознанию. Это все стоит над другими свободами. Окей. Терминал. Что это? Рука использует... А, выходит несколько раз за неделю. Точнее, наоборот. Ну, в общем, но у них есть сводка новостей дневная. А, конечно, я просто начну писать историю. Насчет, допустим, о потере памяти, жить в отрицании и так далее. Думаю, немного о чем можно писать. Салли, привет. Лучший... Это для Резы? А, он для... про ланч сказал, он сказал, да, для Резы. Скажи мне, ты ненормальный? Как гравитация чувствует себя? А, у тебя свой собственный поле гравитации. Да, я не успел перевести! В общем, знает она Салли, что-то там сказал, где ланч, он сказал, это для Резы. Она сказала, это для Резы. А, неважно, не успел перевести. Неважно, все неважно. Они так быстро здесь говорят, я не привык. Все, сейчас нормально. Все, быстренько стал лингвистом. Быстренько стал лингвистом. Все, расслабился, что-то я расслабился с этими русскими субтитрами. Быстро стал переводить все прям по полной программе. Что здесь еще есть? Долгие загрузки есть. Быстрые, я хотел сказать, потом подумал, нет, не быстрые, долгие. Ну, по сравнению, я думаю, с тем, как игра эта бы загружалась на Nintendo 64, я думаю, загрузки быстрые. Вау. Оптимизация великолепна. Памятник коллапсу. Коллапс. 8 августа 2209, день, когда все скатилось к чертям. Я помню только фрагментами. Все это дело, это был страшный день. Когда ты хочешь идти, мисс? Не-не-не-не-не, я поговорю. Я поговорю сейчас с кем-нибудь, похожу здесь, мало ли что-нибудь найду. Ой! Норм. Я подумал, что она шахид, думал, сейчас ее закидывать пряниками. А вдруг все шахиды хотят пряников? Биотех, какие-то органы, генераторы, пасы наноботов и так далее. Немодифицированные козы. Я знаю, я на моем пути, честно. С моим ланчем? Конечно. За кого ты меня принимаешь, мисс Дистрактед, что ли? Да. Именно за такую тебя я принимаю. 5 минут всего лишь. Хорошо.
Ты знаешь, где офис, так ведь? Я плоха с направлениями, но... Ну, просто проверяю. Просто смотри, чтобы у тебя слева была река, и... Да, и ты дойдешь до нее. Так это то... А он там, что ли, был? Серьезно? Он... Упс. Так я рядом с тобой была, слышь? О, жопа. Он, знаете, уткнулся в свое... Уткнулся в свой футбол и смотрит! Урод не замечает, тут для него надела... Сережки новые! И шапулю! И скафандр! А он не замечает сережки! Он не замечает новые стринги под этими... ватными штанами! Так, ты кто? Нет, ты явно не мой мужик. Во, Реза. Реза! Привет. Посмотрим. Бойфренд. Пытаюсь спасти мир. Одна история в один момент. Ну, вроде ничего. Я приготовила. Иу! Раскрываешь конспирации какие-то? А, каждый день. А ты как? Терапия? Терапевтичная, я полагаю. Сменить тему или поговорить об этом? Сменим тему. Я не в настроении больше говорить о психотерапии. Я пожелал, чтобы мы оставили психотерапию на потом, но я знаю то, что он желает только хорошего. А, сменим тему. Можем поговорить об этом позже, дома? Ну, работаешь. На чё, о чем теперь говоришь, пишешь? О паре вещей. Кламдаун какой-то, не знаю, что такое. Есть кое о чем, почему синдикат закрывает части метро. Мы ожидаем худшее. Тебе просто это нравится, да? Я бы не сказал, но... Это потрясающе. Мы можем что-то изменить. Салли уже готовит суд. Там далее, и так далее. Мы засудим их на 300... Что-то там миллионов чем-то. Ты идешь в магазин? Уже хочет меня избавиться? Я принесла ланч. Сосиски сюрприз? Наверное, экзотично? Извини. Я прощаю тебя. Можешь остаться, пока не будешь со мной говорить. Мне нужно закончить эту историю. Клэмдаун? Нет. Новая бинго. Еще один напиток. Некоторые покупатели говорят то, что... Видели то, что... Там что-то происходит с этим бинго! Я современный Гильгамеш. Вот я на этом месте хочу остановить перевод полностью, потому что я не успеваю. Он говорит спасибо за ланч. I queried the building net, but no reply. Prepare for the worst. I can't believe we don't live in a climate-controlled apartment. As soon as I get a raise, we're moving. I don't want to leave ProPast. No, I like the neighborhood. But a more modern building would be nice. No more sunny living at Sun and Shine Plaza by original consumer goods. Anyway, lunch. Here, I have to run. Have fun at the shop. Say hi to Crazy Face? Mira. Come on, she's not... Well, yeah, she... В общем, они говорили о том, что... Да, тут она нашла какую-то работу, и то, что они живут в квартире, которая... у которой нет климат-контроля, и если повысят бобину, то они даже переедут оттуда. Она дала ему ланч и сказала то, что она идет к Мире. Мужик назвал Миру безумным лицом. Потом она сказала, что, мол, не такая Мира, что ты врёшь.